постановление администрации от 6 апреля 2022 года номер 302 о проведении месячных по благоустройству, озеленению, уборке территории городского округа ВОС, правил благоустройства, администрация просит руководителей предприятий, учреждений, управляющих компаний, индивидуальных предпринимателей, населения, организаций, независимо от форм собственности, провести 15, 22, 29 апреля 2022 года на территории города санитарную очистку и уборку мусора в рамках исполнения вышеуказанного постановления общероссийских субботников «Чистый берег», акции «Земля Марийская. Наш чистый дом. Вода России» или «Берег России». Просим предприятие направлять в адрес администрации 18, 25 и 4 мая 2022 года по электронной почте aekologia@sobaka.mail. Зима проходит, оголяются все вот эти нехорошие наши продукты жизнедеятельности, их все равно надо соскребать, убирать. И если мы не уберем их нормально, значит, все лето у нас будет, ну, будем жить в мусоре. Если по субботнику нет вопросов, тогда двигаемся дальше. Но даже те предприятия, которые здесь не присутствуют, письменно отправьте им, значит, пройдемся по ним и для себя сделаем хороший выбор. Город общий, мусорим мы, то есть... Может даже вплоть до того, что да, действительно город надо украшать, но город надо украшать централизованно, а не вот так точками. Ну ладно, мы возьмемся клумбу какую-нибудь посеем, и в том, мне целого человека надо держать, чтобы ходить на Гургас, ходить его поливать. Ну как-то нет.